Так, немножко о образе жизни. Дожил до 71 года. Вот. Продолжается. А это горная река, она летом не нагревается, вот в чем дело. Вот. Это же вокруг горы. И в этом году огромное количество воды, никогда такого не было. Вот. И вот получается так, что вот эта веревка, ради нее я сделал эту фотографию, я хочу спасти хоть одну жизнь. Вот. Я обращаюсь к сверстникам. Нам нельзя прекращать бороться. Организм борется, он должен бороться. Ему, когда мы перестали ходить по горам с ружьями, с удочками, просто туристами, за грибами, вот, мы сразу дохнем. У меня уже два соседа похоронены, моложе меня, вот только вот в эти. Это ужас какой-то. Только остановился, ты не нужен. Сразу организм гниет, умирает. Поэтому я просто обращаюсь. Ребята, вот эта веревка, вот, хотел тебе вот что с веревкой сфотографировать, бесполезно. Стесняется дико до истерики. Пришлось самому. Вот. А еще учил детей. Вот, пожалуйста. Тимоша фотографирует, Сонька меня вытаскивает. Причем чуть на берег не выдернула, столько силы в ней. Вот. И вот результат. Посмотрел Тимоша. Я тоже хочу. Вот так вот. А я стою от страха, умираю, хотя он уже 2 года ходит в бассейн. Вот. Почему я это говорю? Сейчас поймете. Сонька на природе. Сонька работает. Вот. Потом еще вернемся к этому. Дело в том, что я хочу продолжение темы. Получилось неожиданно. Значит, еще один человек нашел. Видимо, канал популярный. Я не заглядывал сюда. Но, видимо, потому что еще один человек присылает, видимо, физиономию. Кто-то из вас присылает вот эти материалы. А здесь мы это проходили. Здесь написано. Сейчас поймете, речь о другом. Дачник железнодорожащих Хакасии, несмотря на свой многолетний труд, так не сумел ничего вырастить. Посмотрим на жалкое зрелище. Ну, это понятно. Канал, я потом взял, вот он, «Отстала Россия», я нажал сюда, вот он, канал, да, вот, и посмотрел, и сразу наткнулся на вот это. То есть, понимаете, я не себя рекламирую, это мы уже видели. Ну, спасибо ему. Он, весь канал основан на противоречии. Смотрите внимательно. Очень вас прошу. Видите этого мальчика? В Абакане я не могу нажать, потому что у нас собьется все. Видео не могу показать. В Абакане 11-летний Мансур Боев. Короче, он спас троих сверстников. То есть, получается, 11-летних детей. Вот этот мальчишка. Когда-то, надеюсь, и Тимоша спасет. Вот. Потому что сейчас у нас страшная проблема. У нас дети не умеют плавать, и каждый год, наверное, они гибнут тысячами. Вот он. Вот. Показали по телевидению по-республиканскому, значит, все это правда. Вот. Видите, вот это стала Россия, меня показала своеобразно, и про мальчика, и все это оказалось правда. А вот девочка моя, Соня, она не умеет плавать. Она там трусится. Понимаете? С дипломами. Но плавать она не умеет. Вот. В эту воду пока вроде нельзя, мне не дают, потому что она не настоящая это все. Раз, два, нырнул и заболел. Вот. Тут нужна система, как у Тимоши. И получается так. Бассейн не построен для них, понимаете? Вот. Все хорошо, но очень важно научиться плавать. Вот здесь вот справа, я специально такой снимок сделал. Тут вода разлилась, вот здесь залив. Здесь утонула 40-летняя женщина. Вот здесь прямо. Вот. И вот таких девочек, ее возраста меньше, больше, вот самое страшное, вырастает уже взрослая, плавать не умеет. Таких большинство, вы знаете. А почему? А потом сотни, это важнейший вопрос, я только отвлекся на несколько минут. Вот. Я знаю, что ничего не изменится. Почему? Вот это вот видите? Когда один плавает в таком бассейне, два ряда, один. Ну, может, с пьяной компанией. В это время тонут сотнями дети. Вот этот мальчик, Баев, который спас троих, а если бы его не было? Три трупа и горе это. А таких уже сотни каждый год. Наверное, тысячи. Про сотни я знаю.
Вот, там с начала года там это уже потонуло там 600-700, полностью про не знаю. Каждый человек это вселенная, но не вот это вот, которое называют бассейн олигарха. Таких бассейнов хватает, олигархов хватает, но их сотни, может быть, тысячи. А детей миллионы, и никто не умеет плавать. А ведь плавание это еще и здоровье. Вы со мной не согласны? Вот. Не умеющие плавать дети тонут сотнями. Вот. Это про них песня. Ты свинья, я свинья, и все мы братцы свиньи. Вот они, свиньи тут купают. Представляете, вот так вот взять бы, вот он нырнул, и рядом свинья, настоящая свинья, там, дерьмом вместе, там, покрытая этим навозом, в этой же бассейне. Ненавижу. Детей жалко. А должно быть как? Вместо вот таких бассейнов, а вместо него может быть 10 по стоимости, а может быть 50 нормальных, обычных. Вот. Это где-то отдельное здание может быть, выше существующей школы. Каждая школа. И уроки. Неважно, не обязательно укладываться, допустим, там с 8 до часу или до 3. Нет. Чуть ли не круглосутки там. С 6 утра до 11 вечера, чтобы бассейн выпускал, запускал детей, чтобы все школьники, и пока не проплывешь за столько-то, 50 метров, 100 метров, потом еще какую-нибудь 3-5-километровую дистанцию, вот тогда только ты получишь очередную рассылку, а потом это, не умеешь плавать, не будет у тебя никогда аттестата зрелости. Не будет. Как хочешь, плавать, плавать. А потом у нас уже сотни тысяч детей будут живы. Еще и других спасут. Не только сами не утонут. Вот. А пока все достается свиньям. А я не мог промолчать, потому что я горжусь тем, что в Абакане мальчишка 11-летний, что это реально показали по телевизору. Это не то, что там какой-то фейк, как про меня там, помните? Ничего не мог добиться. Вот, на многолетний труд. Нет, вот именно что спас. Вот. А сколько я могу научить? Я даже Соньку не могу научить. Ей через год в школу. Но с 1 по 10, по 11 класса должна каждый день бассейн. Ну или хотя бы 3 раза в неделю. И учиться настоящему. Плавать на скорость, как любой урок, урок, урок. За украденными деньгами стоят сотни трупов. И не только этих самых, кто это, недокормленные дети. Вот. Дети преступники из-за голода. Дети, ой, дальше говорить противно.